Акция «Дорога в школу» продолжается. В преддверии нового учебного года спонсоры оказывают помощь учащимся. Так, 20 детей получили рюкзаки со всеми необходимыми школьными предметами. Подробности прямо сейчас. Основная цель ежегодной акции «Дорога в школу» – помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к школе до начала нового учебного года. Сегодня деткам вручаются все необходимые для школы предметы. Что для школы важно? Это тетради, ручки, карандаши, рюкзаки. Они наполнены нужными канцелярскими принадлежностями. Одна из жительниц Павлодара, помимо сына, воспитывает двух племянниц, которые остались у нее на попечении. Говорит, что не в первый раз акция «Дорога в школу» выручает перед учебным годом. Девочки одной вот 8, второй 7. Одна в третьем классе, вторая во втором. В том году давали канцелярию, одежду, форму и портфели. Так, в рамках акции «Дорога в школу» при участии членов комиссии по делам несовершеннолетних 20 детей получили необходимые школьные принадлежности. Кристина Каспирович, Юрий Белевский, РТС Аппарат.